Приветствую всех ценителей качественного снаряжения! В этом ролике хотел бы представить вашему вниманию так называемую тактическую корзинку от Maxpedition. Довольно необычный органайзер. В развернутом виде представляет собой плоский прямоугольник размером 32 на 28 см. Тыльная сторона выполнена из кож зама, такого же прочного, как дно рюкзаков Falcon 2. В рабочее состояние Travel Tray приводится после застегивания четырех тугих кнопок, симметрично расположенных по углам. В итоге получаем полноценную корзинку с высотой бортика почти в 5 см. Конструкция уверенно держит заданную форму, устойчивой к опрокидыванию. Для удобной организации переносимого снаряжения внутри имеется широкая эластичная стропа, разделенная на двое, и три накладных кармашка на большей стенке. Благодаря мягкому ворсистому материалу в лоток можно безболезненно класть очки, смартфон или другую технику. В Expedition Tactical Travel Tray найдется много применений дома, в офисе и, конечно же, во время путешествий. Благодарю за внимание. Пишите свои вопросы в комментариях, заходите общаться на форум или нашу группу ВКонтакте. До скорых встреч в магазине Сумки USA.